Так, ну что, ребят, всем привет. Продолжаем играть Dead Island 2. В прошлой серии я закончил именно здесь. Да, заспавнились те же самые ходоки двое. Так, ну здесь, насколько я помню, вроде только эти двое были. Тут ничего полезного-то нету. Так, нам нужно открыть, я так понял, вот эти вот ворота. Здесь переход. И, судя по всему, на нас сейчас, мне кажется, толпа зомбарей просто попрет. Канистру. Ну, не знаю, я, по крайней мере, сейчас сразу возьму. Вот здесь так вот. Разолью, если что, я сам-то перепрыгну. Так, секундочку, нужно кое-что обыскать. В случае чего, чтобы сразу... Ох, аж подумал, ему же зомби. Так, еще жидкости есть. Тут, если что, вниз можно спуститься. Порох. Клинки. Еще порох. Шоколадку съел. Ну да ладно, я все равно урон небольшой получил. Так, в принципе, хорошо бы еще наверх подняться. Посмотреть, что у нас тут. Тут закрыто. С другой стороны можно открыть. Так, мясная колотушка, 208. Так, у вас не осталось места, да? Это последнее, что я взял. Что за колотушка-то интересная такая? Ну-ка. Где она? Вот она. Мясная колотушка, урон 208. Так, ладно. Ну, сейчас у меня... ключ, он, кстати, 130. Вот это тоже неплохая складная дубинка-то. Дай-ка я дубину еще возьму. Так, ну все. Открываем и погнали, да, потому что что-то сейчас будет. Что-то сейчас будет, тут у нас все. Блин. Тут уже все прошло, что ли? Ладно. Понеслась. Войдите в самое сердце тьмы. Это что там? И все, да? Как бы, ну, такое ощущение, что меня к чему-то серьезному готовят. Слушай, а вон там переход же есть по той стороне. Пройти вон туда. Сейчас пойдем, пойдем. Я вот здесь смотрю, я тут нигде залезть-то не могу. А, нет. Это что за... И куда мне идти? Наверх я могу залезть? Наверх я зайти не могу. Направо, налево. Здесь у нас тупик. Хорошо, значит, нам налево надо идти. Просто жесть. Так, ладно, идем налево. Каким-то коридором. По-моему, тут какой-то новый зомби объявится. Oh!
happening to me? Осматривают какие-то звуки всякие. Канистра. Тут неспроста. Зажигательная. Oh, man. Stop it. Опа. Fuck. The place is crawling. Шатуны. Шатуны не могут пройти. Пошел отсюда. И там шатун, вижу. Еще один идет. А эти что, утонули что ли? Тут же трое было, еще двое бегут. А, они это. Все, я понял. Они это, как бы дохнут, если захлебываются, как бы. Сейчас, погоди-ка, дай-ка, может быть, кувалдометр взять. Куда? Еще один встал, я думал, что она ползет. Места нету. Мне вон туда. Стой! Газировочка. Отлично. Чтобы аптечку не использовать. Ну все, он там я поднять не могу. Не, надо что-нибудь пошустрее взять. Давай. Ключ пока возьму. Что надо посматривать, они тут просто из ниоткуда вылазят. Так, еще один гаврик, шатун. Я хочу посмотреть, тут есть. Тут проход тоже есть. Блин, это просто подземелье какое-то. Да, один быстрый, с этим надо. Опа. Тупик. Bloated motherfuckers. Опа. Блин, я уже заблудился тут. Stuff of nightmares. Немножко заблудился там. Ножик.
охотничий нож 208. Кидаться им, что ли? Короче, тут суть в том, что тут надо на скорости просто пробежать и никого не трогать. Это бесполезно. Они постоянно вылазят. Я просто ресурсов не хватит, чтобы постоянно с ними войну вести. Потому что они постоянно спавнятся. Это я просто не успеваю ничего сделать. Ладно, пробуем просто пробежать. Come on, Jay. Find a way through. Move it, Jay. Move it. Just keep moving. You're not home yet, Jay. Я просто куда-то пробежал и все. Roofs! The sewers is bursting with zombies. They've all been drawn to this growing mass of meat. Dissolving the bodies didn't kill it. The missing biomass. That's why you didn't add up. What missing biomass? Doesn't matter now. You need to get out of there. Already on it. Ciao, Roofs. I'll be in touch. Надо же, я прошел. Сюжетные задания выполнены. Обалдеть. Мне подсвечивают, что здесь где-то зомбарь. Судя по всему, он где-то за дверью, что ли, или что? Потому что вот здесь до сих пор показывает, что зомби где-то здесь есть. Поблизости. Ладно, патроны различные тут. Перебор даже. Так, пожрать, аптечка есть. Так. Верстак. Погоди, давай это посмотрим. Модификации из испепелителя от дальнего боя. Ремонт. Так, ладно. Здесь вроде я... А, погоди-ка. Вон там еще. Ну да, вот здесь я и должен был зайти. Ничего себе, я как-то случайно, честно говоря, я просто не знал, куда бежал. Я просто ломился, и получилось так, что я выбежал на эту дверь. Так, но в принципе мы идем дальше. Сохранение. У меня одна аптечка есть, если что. Идем дальше. Чего тебе? Держи. Так.
А, тут вон оно что, значит там впереди зомбарей достаточно. Давай пока пускай работает. Закрыто. Ладно. А, все. Я дальше... Вы издеваетесь, что ли? Я не могу здесь вырубить назад. Серьезно? Ладно, бежим. Там у нас зомби где-то. Хорошо, я сейчас здесь хочу проверить. Здесь предохранитель нужен. Где-то у нас тут зомбарь. А я снова выхожу на эти... Ну, получается, как бы да. Вон они там, ну, хотя бы сейчас какие-то коридоры, а не эти подземные. Да, смотри, у нас тут заставка идет. Какой-то супер-зомби, что ли, появится? Или сейчас что-то провалится? Только не босс какой. О, смотри, внизу, внизу. Зомби внизу. Ё-мо, их там целая куча. Да ладно, вы серьезно? Да хай. Я только оттуда вырвался, я не хочу туда вниз. Опа. Here you are. I've been looking for you. Jolly good. Do I know you? Сейчас повернусь, это зомби стоит. Know me more than you realize. Look, let's do the introductions of this. Do you feel that? Pulsing in your marrow, like a promise. Мне кажется, это какая-то зомбярка. А, не, hey. Смотри, еще какие-то выжившие. How the hell did they get here? Да не, это глюк какой-то. Потому что они не могут здесь так стоять-то. Don't make me go through you. You've got your eyes wide shut, clinging to the edge of the pool, too afraid of drowning. I'm gonna have to help you let go. I'd rather not. Careful! Don't do that! Ah! Ah! Вы издеваетесь, что ли? Че сейчас? Супербой будет? Супербитва? А, какая-то новая возможности, походу. Ага, открыт. Дайте мне на постоянную основу эту штуку. Открыт режим ярости. Накапливается ярость, убивая зомби и проводя контратаки. Значит, когда будет шкала заполнена, надо нажать G, чтобы войти в режим ярости. Колода навыков. Давай посмотрим. Это у нас... Вот это получается, да? Или где она у нас?
Ну, вот это получается, да? Аптечку я забрал. I need to talk to that doctor in Santa Monica. Так, надо проверить, тут еще, может быть, добро какое-то валяется. После такого кипиша-то. Патроны лишние. Ну все, тут ничего нет больше. А мне куда идти вообще-то? А, мне в ту сторону, а здесь закрыто. Ткань, клей, металлические, деньги и так далее. А как туда залезть-то? Смотри. Там барахлишко. Ну все, у нас череп горит вот слева наверху. Он показывает, как ярость будет копиться. Значит, вот здесь мы открываем и идем дальше. Хорошо, а здесь у нас что? Тоже можно открыть. Тоже закрыто. Понятно. Ладно, хотя бы я таким образом восстановил здоровье и пополнился аптечками. Энергетик. Давай попьем энергетика. Он повышает ярость. Три энергетика, уже три ярости. Уже ярости так подкопил. Лезут, лезут. Двое. Два ходока. Так. Держи. Ага. Погоди, держи. Джеки Чан. Опа. А кто их там? Погоди. Погоди, там как будто это. Эх, лут ненужный мне принесла. Дрянь такая. Там какой-то... А, он там жрет, это быстрый. Все, я сначала подумал, что-то из него лезет, а там нет, это просто... Пока не видит меня. Энергетик. Ага. Подъем! Батончик чуть-чуть съем. В принципе, все, хорош. Открыта карточка новой особой атаки. Резкий удар. Ну что ж, резкий, ярый. Так, это у нас вот здесь, что ли? А я, кстати, никогда и не использовал эту возможность. Ну-ка. А, вот, супер-пупер, какой-то удар, мол. Я и до этого-то у меня там была прокачка, я не использовал. Потому что все не запомнишь, блин. Столько всего. Out of the valley of death. Так, тут чисто. Идем дальше. Подъем! Хорош спать! Да я так прикалываюсь над ней. Так, идем туда дальше. Oh, да будет свет. Sweet daylight. Ой. А, я хотел, я тоже подумал, что-то нажал там. Ярость у меня наполнилась полностью. Не, мы еще находимся в канализации вот в этих, да? Сейчас будем идти по этим лабиринтам. Ладно, идем дальше. Это так, вот немножко свету, и снова мы заходим, наверное, в катакомбу. Или нет? Ну, пока нет, пока мы идем
по этим. Civilization. Nearly there. Бита, бита, бита. Хлам я забираю. Хлам, деньги, отлично. Надо валить отсюда. Да, мы валим отсюда. Вот зомбарь у нас. Крикунья. А вот это, ее нужно валить взрывчаткой. Держи. Так, ладно, чтобы вытащить от атаки зомби, нажмите Z. А у меня... А, ну да, это было и раньше. Погоди, слушай, мне нужно будет, может быть, супер удар использовать. Короче, ее нужно тормознуть. Где она там? Блин, их тут уже дофига. А, да, она... Погоди, 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 давай от вот этих двух заберем от нее. Вот сюда. Потом уже. Алло, народ. Чё стесняешься? Иди сюда. Попробую сейчас супер удар использовать. Ты жив? О, нормально так. Зарядил ему. В душу пробил просто. А, он тоже накопительный эффект, да. Надо подкопить, потом идти. Сразу глушануть ее. Да я вообще, я считаю, нужно будет взять, знаешь, что? Все, спасибо. Дальше я уже по стандарту. Там эти повылезали. Все. Порву, блин. Нормально так рвет. Проверочку. Протестировал. Так, дай-ка. А здесь у меня все. Хорошо, ладно, идем дальше. Можно было ее так порвать через G просто, да, через супер эту возможность просто порвать ее, да и все. Так, ну и у нас тут отлично. Безопасная такая зона, можно лишний скинуть. А вот это можно, смотри, разобрать. Давай разберем вот эти вот. Вот эту вот палку, не знаю, тоже, наверное, разобрать. 143. Дубина. Ну вот это я точно разбираю. Молот. Тоже разберу. У меня тут всего столько этого добра. Вот это я вообще не использую. Давай пока сюда. 208. Тоже сюда вот этот молот. 140. Закидзай. Блин, почему она это? 143, это 193. Ладно, оставлю. Может быть, она рубить нормально будет. Верстак. Хлам вон там проверить. Верстак. Починить. Так, а я могу это... Да я ничего пока создавать тут, вот видишь, создавать ничего не могу. Еще ничего. Дальний бой. Подожди, может я что-то могу...
А, здесь я это не надо. Модифицировать получше что-то могу. Давай сейчас проверим. Например, вот это могу модифицировать. Улучшение. Но мясорубка и так стоит. А что еще можно? Нет, это 130, это будет 116, 130. Импульс пока недоступен. Дубинка. Модифицирована неплохо так. ,247 у нее сейчас получается. Или 233, погоди-ка. 247. Остальные на понижение идут. Вот это может быть модифицировать. Погоди-ка. 161 будет. Давай электричество ей добавить. Погоди, я не добавил, что ли? Во. А здесь, например, поставить ей мясорубку. Так. Где вот это, что ли? Не, вот это. Погоди, а что она не отремонтирована? Это поломано-то. Все. Ну что, мы, получается, дошли до улицы, вылезаем. До Санта-Моники-то дошли мы, нет? Наша задача была основная какая? Дойти до Санта-Моники по подземелью. По идее должны, да, там все вверх, наверх вылазим. Сейчас там солнечная погода. Или я вылезу уже ночью опять? Да не должно быть, там лезть-то, блин, 10 метров. Не дай бог ночь будет. Нет, белый день, нормально. Да, уже улица, отлично, автобусный парк какой-то. Ну, слава богу, хоть я вылез хотя бы. Давай, осмотримся. Это автобусный парк. Ага, а у нас тут где-то зомби. Нам, судя по всему... Через автобусы идти, да? Нужно вот через эти. Да. Сейчас, погоди, погоди, обязательно пройдем. Looks just like the kind of deserted I like. Тут и вообще решетки, это зэковские автобусы-то. Получается. У нас тут где-то... Где-то зомбарь. Я пока его не вижу. Но слышу. Слышу зомбаря, но пока не вижу. Я еще подумал, блин, сейчас вот эта рука дернется. Тут что-то не до конца открылось-то. Кого-то тут конкретно порвали. Same as the hotel.
This must be near the end of an evac route. Ткань. Погоди, я что, не могу? Хватит спать. Ну все. Фу, вот она, солнышко. И тишина. Venice. Shit. That's south of Santa Monica, right? Santa Monica, да. О, здесь, кстати, можно пройти турникет. They let the city die and protected the only routes out. Серьезно? Красный туман. Где вы в этом в аду? Короче. Блин, сейчас, секунду. Так. Давай. Посмотрим здесь что-нибудь. Я торопиться уже не хочу. Я хотел вырваться из подземелья, а сейчас-то уже не хочу торопиться. Потихонечку все обыскивать. Смотреть. Сохранение прошло, отлично. И это радует. Без сохранения тут никуда. Так, ну что ж, впереди я уже вижу зомбарей. О, sweet hallelujah. Survivors. Going mad. Это что, кинотеатр, что ли? Справа. А, точно, крикните выжившим на... В смысле, а как я должен крикнуть-то? Каким образом? Я что-то прозевал по тут. Кнопку что-то нажать надо или как? Да не труп я, не труп. Вижу тебя, вижу. Их там трое. Короче, мне их надо сейчас будет спасать. Их трое. Трое парней там. Драться не умеют явно, раз там сидят и чего-то ждут у моря погоды. Опа. Станут. Хорош валяться. Ты жива, что ли? Кто? Где? Кто-то где-то рычит, но пока не вижу. Вот они, дохлые. Тут тоже. За забором, что ли? Так, а у нас тут, кстати... Можно обойти, в принципе. Я слышу... Зомби. Так, получается, вон они, мне их надо спасти как-то, да? Hey,
не ту кнопку нажал, получается, прозевал удар. Так, у нас тут есть. Мимо такой прошел этого. Куда ты лезешь тут? Обалдел, что ли? Нормально у меня заземлил тут. Ты жив, что ли? Да ладно. Блин. К нему не подойти, он сейчас... Или все? Так, вижу двух кинг-конгов. Они меня тут достанут. Придется залезать вот на эту машину. Нормально так. Два кинг-конга идут. Тихо, погоди. Мужики, хорош, я пошутил. Хорош, хорош. Крушитель. Да-да, крушитель. Погоди. А, да, он, да, они друг другу тоже урон наносят. Блин. Возможность защитить от атаки. Интересно, а? Блокировка не поможет тут, если что. На! О, крикуни еще! Ё-моё, ну тут не хана сейчас будет. Они тут сейчас все повылазят сюда. Да, вон там... Бегуны все... Просто перелезли. Мужики, они идут на эту сторону, чтобы меня здесь кричать. Мужики, давайте сами, я тут... некогда мне. Вот этот жрут тут. Я заодно тут... Тут хорошо то, что это здесь свобода действий очень хорошая. С той локации перебежал в эту, ну и все. Привет! Держи. Так, ну их пока тут двое. Блин. Ты серьезно? Как прошла-то?
Да не ори ты, господи, ты орёшь ты. Аккумулятор. Так, ну мне надо в ту сторону, там где эта крикунья. Народ, держи! Ты как тут подошла-то? Я же не слышал ее, она тут подкралась. Во, они в обход пошли. Смотри, они все в обход пошли за мной. И мне можно будет вот тут залезть. Обойти. Ну просто перелезть, да и все. Они пошли в обход реально за мной. Сейчас они здесь обойдут, смотри. Пойду встречать. Не видно пока. Магазин для серфинга. Держи петарду. Крушитель. Ты один что ли идешь? Сохранение прошло. А где твои друзья-то? Ты что там не один был? Там же еще крикунья была. Ё-моё, их тут дофигища. Четверо. Четверо. Короче, мне надо зачистить парковку. И, возможно, они тогда сами выйдут. Или дверь мне откроют. Главное, чтобы со спины мутанты эти не подошли здоровы. Так, эти готовы. Они за меня горой. Скинь аптечку, ё-моё. Хлам всякие. Стойка. Понятно, что это дело можно все разобрать. Зачистить парковку. Я вроде тут как бы уже все зачистил. Что еще тебе надо-то? Так, нужно найти выключатель и вставить его в щит. Ага. А где сам щит-то? Это аккумулятор. А, вот здесь мне нужно, да, я так понимаю. Аптечка есть. Ящик. О, вижу. Шел-шел и передумал. Вон он стоит. Энергетик. Так, сохранение прошло, отлично. Вот сюда что? Нет, здесь он есть. Да я вижу, вижу. Опа. Батончик, отлично. Восстанавливаю немножко. С
стальная арматура. Так, вот сюда мне нужно, получается, вставить, и тем самым я закрою его, да, и смогу это, и они выйдут тогда. Но это аккумулятор, нужно, короче, блок найти. А где он? Здесь нельзя никак разбить, чтобы забрать. Не, нельзя. Здесь нигде нету. Тут нигде нету. Значит, где-то надо найти. Вопрос только где. Блин. Аккумулятор не годится для этого. Еще у меня подсвечена красным полоса вот эта вот. Зомбарей полно. Так, надо идти, получается, где-то... Вон там щиток есть. Возможно, там и есть. Погоди. Отлично. Не-не-не-не, хорош. Короче, остались эти двое, да? Два. Так, ну вроде всех я тут угомонил. Компенсация. Забираем. Две аптечки, надо сразу одну колоть. Так. Ну, вроде как бы все. Ну что, народ-то? Стойте, стойте. Так, пойдем внутрь. Хотя нет, это уже будет, ребят, в следующей серии. На этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока. 10 minute social can't hurt, then I'll be on my way.